Анна. Нет, это я, Элизабет. Вы в порядке? Где? Снова в царстве живых. Так, дайте я... Порядок. Вы чуть не утонули, надо... Сказал же, я в норме. Сейчас. Одну секунду. Вы слышите? О, там музыка. Иди, а я... Мне надо... Ладно, я ненадолго. Я скоро приду, мистер Дэвид. Где она? Простите, я ищу девушку. Белая блузка, русые волосы. Видели девушку? В синей юбке, нет? Нет, но я тут совсем одна и не прочь весело провести время. Вы не видели девушку? Русые, в синей юбке. Ты глянь на него. Старина, иди проспись лучше. Здесь. Послушайте, я ищу девушку. Как и все мы, друг. Дирижабль. Вот оно, наше спасение. Я просто хочу справедливую плату за труды. Все так меняется. Простые люди стали забывать свое место. И не говори. На днях какой-то азиат остановил меня на улице и спросил, который час. Представь, надо бы издать закон. Так и вроде есть. Слушай, хочешь прогуляться вдоль берега? Никуда я с тобой не пойду. Я про твои подвиги наслышана. Вот это жизнь. Я скучаю по пляжам. They get diseases you couldn't imagine. You don't believe me? Take a trip to Fainton. Это все глаз народа. Мутят воду среди ирландцев и негров. Сначала волнение рабочих, а там и до погромов дойдет. Комсток должен был всех их раздавить. Всех этих тараканов. Вот кретины. Хоть бы они все потонули. А то ишь развелось. Дарвин был бы доволен. Это который из них? Дарвин? Чарльз Дарвин. Я вижу, что моя жена напугана, но даже не знаю, как ее утешить.
Камсток разберется с глазом. Раз сказал, что у него есть план, значит есть. Разве он нас когда-нибудь подводил? Извините, мисс. Мисс. Эй, мисс. Элизабет. Привет. Как же здесь здорово. Потанцуйте со мной, мистер Дэвид. Я не танцую. Идем. Куда? Что может быть лучше танцев? Ну, например, Париж. Париж? Я не понимаю, как мы туда попадем? Этот дирижабль как раз туда летит. Но если хочешь остаться... Нет, под... идемте, идемте сейчас же, идемте скорее! Свобода. Даже верится с трудом. О, сколько запахов! Вы когда-нибудь левый, чувствовали такое? Левый, нормальные правый, пляжи так левый, не пахнут. Прыгаем, два, три, раз, раз, два... Мистер Дэвид, Комсток. Я читала про него. Говорят, он видит будущее. Даже капля власти развращает людей. Не по душе он мне. Вам не нравится лицо пророка? Или его взгляд? Пойдем отсюда. Падение в воду не пошло тебе на пользу. Попробуй что-нибудь найти, чтобы унять боль. Выглядит как настоящее море. Но это просто система насосов и стоков. Мистер Дэвид, сюда! Посмотри-ка! Птица? Или клетка? Или все же птица? Но клетка-то лучше. Опять эти двое. Как... А, неважно. Смотри, какие красивые! Какой тебе больше нравится, этот или этот? Птица красивая, а клетка выглядит мрачно. В ней что-то такое особенное. Та, что справа. Ты уверен? Вполне. Прелесть! Странно. Я думала клетку. Не умеешь проигрывать, лучше вообще не играй. Давай без софистики. Боже мой! Боже. Я не понимаю. Смотри. Ты в порядке? Это был мой дом. Пора сваливать отсюда. Идем. И где был соловей? Он солдат. Он карающий меч. Вот интересно, почему, когда нужен механик, пугать людей своим жутким видом. Удостоверение личности с фотографией держите наготове. Руки вверх, чтобы я их видел. Ноги расставить. Стоять смирно, не двигаться.
Там я идти не собираюсь. Есть одно дело. Пойдем. Глядь-ка на него. Эй, коп, глянь на него. По-моему, он очень подозрительный. Ладно, ладно, успокойся уже, Пит. Иди домой и проспись. Ты что делаешь? На что, по-твоему, это похоже? Где ты научилась вскрывать замки? Заперта в башне с кучей книг и времени. Вы не поверите, что я еще умею. Приходится брать всю маломальскую... Ой, здрасте, сэр! Вы не обращайте внимания! Это я так, подурачился малость и пообезьянничал! Букер, я нашла немного денег. Там стоит торговый механизм. Купи что-нибудь, чтобы подлечиться. Да, пожалуй, разумная мысль. Товары завтрашнего дня уже сегодня. Эй, эй, мистер, мы вам поможем. Мы знакомы? Там на лотерее вы... Без вас мы бы не выбрались. Дейзи верила, что придет кто-то вроде вас. Мистер Дэвид. Чистое ружье. Последняя серия. Я читал, ее переносили 3 раза. Подержи у себя. Забирай. Отлично. Почему для цветных один туалет, а для белых другой? Так принято. Это какие-то излишние сложности. Ты хочешь, чтобы нас арестовали? Комсток с ними разберется. Не знаю. Я вот думаю о том, что это классно. Не подскажете ли, который сейчас час? Аннабель? Простите? Аннабель, это я, Эстер. А, нет, я не Аннабель. Уверена? Я Элизабет. Мы знакомы? Элизабет? Какое красивое имя. А, как-то
Странно. Последний посетитель. Парк закрывается. Слышите, парк закрывается. Ох, извиняюсь. Да, ботиночкам не помешала бы чистка. А я как-то и не обратил внимания. Аккуратно только, ладно? Я там только подмел. У вас есть капуста? Капуста? Ага. Я возьму одну. Сколько? Серебряный орел. Ха, ладно. Не знаю. Он, похоже, вооружен. Девочка. Одним выстрелом убьем двух зайцев. Раз вы так торопитесь, идите вперед. Дайте два билета на первую леди. Да, одну минуту. Да, имеется. Как нам действовать дальше? Я тороплюсь, приятель. Эй, мистер, вы себе так весь концерт лицо измажете? Понял. Я перезвоню, как все устаканится. Не нравится мне это. Высылайте птичку. Мы готовы начать. Извиняюсь, мне нужна помощь. Да, сэр. Простите, что так долго! Что вы делаете? Хватайте ее! Не трогайте меня! Остановите его! Брось оружие! Умри! Момент настал. Лжепророк уже здесь. День был предсказан не точно, но в главном пророк не ошибся. Нашу особь надлежит взять живой. Если она погибнет, за нами явится птица. И тогда нас всех ждет безымянная могила. Это была сигарета номер 6. Ожидание тянется бесконечно. Прекрасно. Просто стой! Стой, где стоишь! Отойдите от меня! Эй, давай назад! Элизабет, я... Вы чудовище! А как ты себе это представляла? А? Что? Ты понимаешь, сколько времени и сил они на тебя потратили? Думаешь, они просто так тебя отпустят? Ты для них капиталовложение.
И пока ты не уберешься отсюда куда подальше, тебя в покое не оставят. А что? Что им от меня нужно? Не знаю. Но в следующий раз я точно буду стрелять первым. Дайте мне руку. То, что там произошло, это только начало, да? Не знаю. Все. Полагаю, мне придется к этому привыкнуть. Кстати, я читала кое-что о медицине. Я попробую достать тебе лекарство. А если будет совсем плохо, сделаю все, чтобы ты не умер. Солдатское поле. Пророк построил его в 1903 году. Зачем пророку понадобились карусели и аттракционы? Это место призвано приучить детей служить родине. То есть служить в армии? С детства настав человека на правильный путь, и он не сойдет с него даже в старости. Это ты придумала? Нет. Мне его открыть? Тут замок. Серьезно? Вот этот старый замочек? Все. А что, если нас тут кто-то найдет? Скажем, что искали туалет и заблудились. И нам поверят. Сомневаюсь. В доме Камстока все было просто. Работа изнурительная, но не сложная. Выжать белье, подмести пол. Леди Камсток даже иногда снисходила до похвалы. Я-то глупая думала, что и для меня в их мире найдется место. Господь сотворил глупых девочек, чтобы ему было над кем посмеяться. Элизабет. Легкотня. Готово.
ворота закрылись. И как мы собираемся попасть на дирижабль? Давай я попробую вот так открыть. Шок, Жокей. Ваше личное электричество. Кто-то изобрел свое электричество. Оно же еле работает. Вот она, первая леди. Похоже, она отправляется в док. И на ней мы улетим в Париж. Держись рядом. Да, мистер Дэвид. Зови меня Букер. Ладно, Букер. Ну, идем гондолей или еще погуляем? Думаю, в таком месте найдется масса полезных вещей. Говорит, время пришло. Ты готов? Чтобы попасть на дирижабль, надо каким-то образом вызвать гондолу. Судя по всему, это ее панель управления. Похоже, что без этого шок-жокея не заработает. Ну, разумеется. И где мы, интересно, его возьмем? Гляди! Узрите энергию будущего в Зале Героев. А, ну, очень кстати. Ложный пастырь пришел на улицы нашего славного города. Хотите ли вы, чтобы он угрожал вашим женам и дочерям? Защитите их! Защитите дорогу нашего! Действуйте! Похоже, с деньгами у нас полный порядок, Букер. Продолжим передачу после минуты молчания в память о жертвах. Зал героев временно закрыт. По крайней мере, очередей не будет. Нашла деньги. Лови. Зверь, укращённый людьми. И мустанг. Что за черт? Что-то не так? А, пустяки, я все починю. Тут пчела, я ненавижу их. Просто прихлопни ее. Нет, она ужалит. Элизабет. У меня есть идея получше. Я открыл вот разрыв. Твою мать! Что это? Это разрыв. В своей башне я все время их открывала. Что такое разрыв? Ну, это как окно.
окно в другой мир. Как правило, там нет ничего интересного. Полотенце другого цвета или чай вместо кофе. Но иногда... иногда я вижу что-то потрясающее. И достаю это. Вот. Бог мой. Может, у тебя там еще и дирижабль найдется? Это вряд ли. Но там есть... есть нечто... Я... Нет! Закрывай. Я пытаюсь! Закрывай! Я не вполне уверен. Но все выглядело так, как будто нас решили побыстрее отправить на тот свет. Вдруг я помогу? Что бы там ни было, я справлюсь. Верь мне. Как хочешь, дело твое. Колени преклонил пророк, и Бог ему тотчас изрек. Ты можешь открыть этот замок? Попробую. Открыл. Нашла деньги. Спасибо. Мистер Девин. Четыре десятка лет я тянул солдатскую лямку. В каждой стране, где я побывал, стало меньше народу. Я никогда не питал ненависти к врагам. До сегодня. Комсток. Он сделал из моих сражений водевиль, а себя представил белым рыцарем. Я призвал его к ответу, а он сорвал с меня погоны. Этот человек никогда не видел настоящей войны. Нажмите, чтобы подбросить врагов в воздух. Зажмите и отпустите, чтобы создать ловушку гейзер. Мы нанесем удар и проучим этого.
ручки. Я тебя закопал! Если подумать, в подобных передрягах эти твои разрывы не помешают. Надо, чтобы рядом был разрыв. Я не могу брать предметы из ниоткуда. Они отключили гондолу, которая ходила в зал героев. Это будет так здорово! Ты случайно не видишь никаких боеприпасов? Они очень пригодятся, если станет жарко. Я попробую что-нибудь наскрести. Готово. Можем подняться по трассе к залу героев. Или заглянуть в бар. Он дальше по улице. Слейд? Знаю я этого парня. У него редкий талант наживать врагов. Букер, лови снайперку! Лови! Шок Жаки и свалим отсюда. Обходи его!